Рокет сильно цветет. Еще пятнами, конечно, пятна. Почему такая неравномерность? Это после действия гербицида, потому что горох местами был у нас обработан из-за дождей, и мы не могли выехать раньше. Немного упустили фазу. И там, где ведь тоже неравномерно горох растет и развивается. И вот получается в лощинках эта фаза была уже больше. Там, к примеру, было 4-5 листочков. И опять же здесь у нас получается разворотная полоса, где возможно было перекрытие. И здесь горох после обработки был бледный, немножко отставал в росте, процентов, наверное, на 30. Ну и также вот сейчас он отстает от массового цветения. То есть вот эти пятна, они опять же также повлияют, возможно, на созревание. Поле будет в пятна. Горох вообще сам по себе, он всегда так созревает неравномерно. Но эти вот места могут еще усугубить неравномерность. А так в целом неплохой горох. Пока не болеет. Снизу, возможно, уже есть пустлые ржавчины. Да, местами. Наблюдаются, но как бы такого явного прогресса пока я не вижу. Вот я вижу одну точку, то она стерлась. Вот от земли, конечно, это все идет. Здесь также люцерные семена посеяны. Через 50 сантиметров, два рядка через 50. А почему два рядка? Потому что как бы компенсировать один, если вдруг какой-то выпадет, забьется сошник, ну или какая-то проблема будет. То есть это компенсирующие, это два рядка, они как бы друг друга компенсируют. Здесь норма 2 килограмма. Судя по густоте, я думаю, что эту норму можно уменьшать, пробовать. Но опять же нужно посмотреть, что даст эта густота, потому что для чего уменьшать норму, если непонятно, что будет с этим. Будет ли прибавка, будет ли улучшение? Результат того, что лучше управляемость естественных опылителей. В целом посев хороший, здесь мы обработали уже гербицидом. Есть хуже участки. Сложно сказать, почему так получилось. Может быть, из-за осадков. Но в целом все неплохо. Надеюсь, что здесь будет хороший урожай по семенам, так как для опылителей может быть сделано все возможное. Ну и для растения, чтобы он закладывал больше и не родил. Thank you.
результаты. Здесь все будет идти на семена и будет опять же расход питательных веществ более рационально.